Всем привет! Данный видеообзор специально подготовлен для рыболовного интернет-магазина F-магазин. На обзоре термос Арктика X108 500 мл. Термос держит тепло 24 часа, ну сутки, а также и холод 24 часа держит. Такая классная кожаная оплетка камуфляжного цвета вокруг термоса. Постоянно беру его с собой на рыбалку, он меня ни разу не подвел. Отлично держит тепло. Вот эта вот вставка, крышка, оберегает пальцы на морозе от прилипания. Вот такая вот тут кнопка. Нажал и наливаешь напиток. Сталь. Здесь модель указана. Термоса. Арктика X108. В кожаной оплетке. Я его покупал где-то месяца три назад. Отличный такой термос. Мне очень даже нравится. Всем рекомендую. Сутки держит точно. Вот еще силиконовая приманка Касадака Easy Shiner 125. Цвет UTR. Мягкий такой силикончик. Цвет классный, мне очень даже нравится. Вот здесь такая канавка. Здесь такая пятка. Подовсетник, канавка, я имею в виду. Я так думаю, что на судака надо, на Неве будет попробовать с этим силикончиком. Я так думаю, что будет нормально работать по судаку. Вот еще воблерок Касадака Кокон. XS32F. Вес воблера 2,2 грамма. Цвет B01. Заглубление воблера от 0 до 0,3 метра. Я его такой же оставил, воблер. Не оставил, а щука мне его откусила. Пытался поймать окуня, а щука откусила. Поводок просто забыл оставить. Так что всем советую ставить поводки. Если в водоеме присутствует щука. Такой тройничок здесь один. Хорошо пальцу прилипает. Потом такая небольшая лопатка. Такой цвет, как божья коровка. На головля, на окуне самое то. Вот еще плетеная леска Intech Fish Bright X8. Восьмижилочка. 2,0 ПЕ, 30 либров. 13... килограмм и 62 целых разрывная нагрузка, 100 метров, оранжевая, цвет оранжевый, специально взял для твичинга, отлично она показывает с воблерами, очень даже классно, очень скользкая, полет такой с нее нормальный, и чувствительность хорошая такая. Данные товары можно приобрести по ссылке в описании под видео.